Здорово войны. И пока я в бане снова на неделю. Первый раз было зря. Посмотрим второй раз. Написал апелляцию. Но это вся фигня. Потому что, естественно, никто меня не разбанит, а отвечают они через месяц, в лучшем случае. Якобы из-за ковида. Ну, это даже к лучшему, потому что по-прежнему можно делать ролики и выкладывать их на других нормальных, более-менее ресурсах. Хотя я не могу выкладывать их почему-то на бичут. Ну ладно. По-прежнему продолжаем расследовать то, как нам дурят мозги. Буквально. Максим Фадеев. Восьмерка. Посылает нам код. Восьмерка. Гармония. Бесконечность. Какую бесконечность он хотел нам показать? Давайте посмотрим.